Всем привет, друзья, с вами Джонни. Думаю, не нужно объяснять, что же вас сегодня ждет в видосе. Вкратце и расскажу, что все пошло максимально не по плану, и я сам не ожидал такого исхода событий. Ставьте лайк, оформляйте подписку, и не забывайте, что мы идем к цели в 10 тысяч хищников, и именно ты тот, кто сможет мне в этом помочь. Но если ты хочешь начать играть вместе со мной, то IP сервера Ruby находится в описании. При регистрации на сервер обязательно указывай мой промокод. Проходи начальный квест, после этого отписывай мне, и я дам тебе небольшой бонус. И, друзья, все вы знаете, что обычно я не рекламирую чужие каналы, но то, что делает Биг, это совсем другое. Челик снимает видосы по Даймонду, в Сампе и в GTA 5. Думаю, вам будет интересно глянуть на то, что он делает, поэтому ссылочку на него я оставлю в описании. Ну все, желаю вам приятного просмотра. Небольшая предыстория. Еще до Нового года я купил экономку в гетто за 400к и передал ее другу. Ты в доме Фомы спавнишься или у экономки? Я сейчас приеду к экономке. Походу завтра или послезавтра уже добавляют. Давай, тащи, потому что система готова, и Барреро типа сказал 2 дня максимум. Блядь, блядь, открыла нахуй, блядь. А что с тобой? Ты что, бухой? Да нет, ты что? Я пил только на Новый год, блядь. Ты что, пил на Новый год? Ну чуть-чуть. Я на самом деле немного пил. У меня друг, блядь, наебенился лучше, он, блядь, 3 дня бухал. Это пизда, он мне жуху поехал там, блядь, к родственникам, он 3 дня пил, я тебе, блядь, это пиздец, блядь. Он приехал нахуй, на нем живого места не было. Там пизда просто, он, блядь, знаешь, он нахуй будет, блядь. Я знаю, просто 31-го пошел с пацанами пиво попил, блядь, и все, типа, спокойно, ну, типа, чуть там, блядь. Ну, пьяный, естественно, был там, блядь. Не до такой степени, нахуй, чтоб прям... Прям, чтоб ебальник, блядь, красный весь был в пизду, блядь. Понял, понял. Давай, продавай его за 140. Пацаны, чтобы вы понимали, эту экономку я покупал за 400к перед Новым годом, вроде бы. Ага. Ну ты, конечно... Надо было 400к кинуть, блядь. Обоссышь. Не, ну смотри, типа, у меня появляется НРГ тут, я выхожу с НТ и просто еду... Короче, какова была вся задумка? Изначально я собирался ловить на сервере Ruby. Так как я на то время еще точно не знал, где находятся все банки, я подумал, что если не получится взять на Ruby, то буду залетать на Трилик и, скорее всего, буду ловить оттуда банк SF. Спросите, почему банк SF? Сейчас я вам все объясню. Короче, пацаны, все вы помните, что когда я продавал Ballast Shop, мне как доплату давали еще этот дом. Как вы видите, этот дом сейчас держит мой друг. И в рестарт должны добавить новые банки. И на трилике я подумал хорошо, и так как ЛС будут большинство ловить, я все-таки попытаюсь поймать банк SF. Там уже посмотрим. Че, зашел? Да. Давай, предлагай. Да ебаный рот, блин. Так, все, 450. Бам. Так, и нужно сейчас НРГ поставить так, чтобы он спавнился здесь. НРГ, дом 298. Ну-ка, хом. Доставить транспорт к дому, НРГ. Ну-ка, где он будет? А, он где? А, ну хотя, нормально. Ну-ка, надо еще чекнуть инту. Мало ли тут инта, типа. Тут инта, блин. Я не знаю, менять инту или нет. Короче, я думаю, да, я лучше поменяю инту, потому что, ну, по факту, зачем мне такая инта? Хорошо, что здесь рядом есть этот... Вот, за 80к. Пацаны, у меня табель курит. Короче, вы поняли. Ну все. Да, все. Прыгаю, сажусь на НРГ и мучу. Все, все у меня готово. После всего этого я зашел на Ruby и пытался как можно быстрее доехать до бизнеса. На трилике, чтобы вы понимали, я даже не тренировался. Голова, Артемчик, голова. Артемчик, есть голова. Есть мозг. Блять, ну сейчас я быстро нахуй. Сейчас я охуенно прям типа и сразу на пикап прыгнул. Чё, пацаны, 5 минут остается до рестарта. Ну, в принципе, я готов. А, вот еще челики, которые тоже будут ловить. У них хата пиздец рядом. Я не знаю, получится ли у меня вообще поймать или нет.
Все, пацаны, слышки. Блять. Че с Руби? Второй рестарт был? Да, второй. Все, захожу. Меня никнейм. Блять, перезаходить меньше, чем перед 15 секунд. Че нахуй? Че не стар, блять, быстро. Чего, блять, сервер клост? Чего нахуй? Короче, друзья, я просто, ну, нету слов. Я не знаю, как это сделали, что при заходе на сервер у меня как будто был бан по IP. Я уверен, тот, кто это сделал, смотрит сейчас этот видос, и просто каким гнилым нужно быть человеком, чтобы сделать такое? Включили. Йор банят, нет. Арт, пизда. Пизда. Нихуя, мать. Трилик включили, захожу на трилик. Взял на трилике, блядь. Взял, сука, заебись, взял. Охуеть, взял. Пиздец, хоть на трилике взял. Пацаны, ну, блядь, ну хоть где-то поймал. Пиздец. Рестарт. Его тут не было. Чё, пацаны, как вам? Где твой дом? Откуда ты приехал? Что ж, друзья, на этом пока что все. Я еще не решил, что буду делать с этим бизнесом. Может быть, оставлю себе, а может быть, продам. В любом случае, даже если у меня не получилось попытать свою удачу и поймать банка Лес на сервере Руби, я все равно доволен, что получилось поймать его на трилике. Надеюсь, вам понравился этот видос. Если это так, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Не забывайте, что у меня есть цель добить 10 тысяч хищников, поэтому я рассчитываю на вас. Ну а с вами, как всегда, был Джонни Стар. Всем пока!